Ну что же, друзья, всем привет! С вами, как всегда, канал Игровая Каналия. И сегодня у нас в рубрике «Первый взгляд», которой у нас уже давненько не было, FIFA 18. Бесплатная демо-версия, которая сейчас доступна в Origin. Я уже делал когда-то первый взгляд по FIFA 17. Это было первое видео, одно из первых видео, записанное мной на нашем канале, и оно было отвратительное. Не факт, что сегодня будет лучше, но тогда это было просто ужасно. Так, ладно, быстрый матч. Так, за кого? Ну, давайте за Реал, может быть. Что тут вообще есть? Торонто, Атлетика, Челси можно. Манчестер Сити, Юнайтед. Давайте за Реал. Против Манчестера. А вот так вот. У нас Роналдо является лицом этой серии. Ну, в смысле, 18-й части ее. Поэтому мы за Реалы поиграем. Так, что у нас по команде? Ага. Понял, быстрые замены появились у нас. Так, Бензима, Модрич. Ладно, останемся как есть. Что там для первого взгляда-то? Параметры игры. Любитель. Давайте профессионал, потому что с вами профессионалы, правильно. Стадион, да все равно. Погода все, по умолчанию все стоит. Да не важно на самом деле все это. Ну камеру повыставляем по мере матча. Ладно, не важно, давайте выходим на поле. Типа это обучение у нас перед каждым матчем. Можно это скипнуть? Я сейчас не хочу заниматься. Так, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, товарищеский матч на стадионе Сантьяго. Комментаторы у нас двое. Ну, скорее всего, будут и русские потом на старте игры. Полный стадион народу. Ну, естественно, Реал Манчестер. Зидан. Собственной персоной. Ну, разумеется, фокус на игроке у нас на на Роналдо. На ком же еще? Вот его вблизи показывают. Не знаю, пока что ничем не вижу. Не знаю, пока что вообще никаких отличий от 17-й части я не вижу, но наверняка они есть. Чуть-чуть опять что-нибудь изменили, чуть-чуть потянули графику, чуть-чуть физику, возможно. Хотя все равно она всегда в FIFA была упоротой, как бы они ее не провели. Одно из первых наших видео на канале были смешные моменты по серии FIFA. И кому интересно. Оно все еще у нас есть. Мы его не удаляли. Просто нарезочка такая небольшая. Судья француз. Ну что, давайте уже. Bobby Charlton, Harry Gregg, Bill Foulkes, some famous names from that time.
Так, ну что ж, вот это наше первое касание в новой FIFA. Кем поменял я камеру. Так, управление. Вроде то же самое, но я в последнее время мало играл в FIFA. Может, уже и подзабыл. Так. Первый почти опасный момент около ворот противника. Суровая спина Зидана. Так, Матич. Дай мяч. Мяч сюда дай. Ну, вот и первый опасный момент у противника. Более опасный, чем у нас. Намного... Ну ладно, ты. Ого. Надо быть поаккуратнее с такими крутасами. Ну отдай. Что-то они меня прессуют прям, я не знаю. Никогда не играл на камеру в FIFA, ну кроме прошлого года, того первого взгляда. Но там все было немножко по-другому. Ой-ой-ой-ой. Да вратарь даже не дернулся. Да, возьми. Makes the save here, an easy one. Да ё-моё. Карвахал. Модрич. Так, ну, где вы? There's good progress with this attack. И опять они щемятся к нам. Отбери. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, я не буду больше так, все, давай. А вот тогда договоримся, что. Давай, нормально. Карточку нам не дали, но. Сейчас могут забить. Запросто вообще. Ах ты, негритос. Забили. Чё, сейчас мы отыграемся. Абсолютно. Ну ты что творишь-то, я же не ему давал. Ты прям очко пропустил. Мне кажется, я зря плачу зарплату моим футболистам. Зидан, тебе стоит задуматься об этом. Cross by Mkhitaryan, out in front of goal. Ну ё-моё, да не тебе, да вот, а что за человек такой? Ох, опасно было, опасно. Так можно и на пенальти нарваться. Никогда понты до добров не доводили. А, вратарь. На месте, беги, кучерявый, за тебя все. Угол. Ох, потом Зидан там вам выскажет все, что на вас думает. Так, ладно. Одна. Лукаку, отвали. Я сам по себе не влез бы с этим таким поклонником футбола. Ну как, с удовольствием смотрю, когда крупные чемпионаты. Но вот это вот клубные все, я как бы небольшой фанат. Не знаю всех футболистов по именам. Тем более как бы, много новых. Но все время FIFA играю давненько, где-то с 2004 года. Не во все подряд я играл, но многие из них я
Хоть чуть-чуть, но... Да что ж такое-то? Хоть чуть-чуть, но пробовал. С друзьями в школе в свое время гоняли на клавиатуре. Что сейчас кажется ужасно геморройным после геймпада-то. Ну а тогда было нормально. Надо нам отыграться уже. Хотя бы в ничью. Это что за дело? Какие-то будет дома сидели. Так, ну ладно, Серега. Надо, Серега! Бери мяч теперь. Чирявый. Макитария. Принеси. Куда-нибудь. Да ты че такой? Увидали, да? Вынеси. Вынеси, пона мать. Good movement forward here. Tackle goes in. Что-то не получается мне финтить. Pogba. And Herrera. Не. Now Casemiro moving the opposition around with their play these two. Ребята, ну где вы все? Ди. Дальний. И гол. Легко вообще было на изичи просто. Сравняли счет. Главное теперь хотя бы ничью сохранить. А там посмотрим. Давай, Кучерявый. Кучерявый, давай. Опа. Держи. Да япона мать. Чего ж так быстро-то? Подержался, называется. Ладно. 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 Сейчас отыграемся. Кто там орёт так сильно? Так, Роналдо, Роналдо. Давай, Роналдо. На, получи. Что это было? Ох, карта понятная. Это типа быстрая замена, да, у нас? Сейчас мы его заменим. Пошел отсюда. Интересная штука, конечно. Менять прям по ходу. Ну, заменить мы, конечно, не того, ну ладно. Это. Интересная штука, в общем. Давай, Кучерявый. Мата. Лукаку. Мата. Да вы посмотрите, что они творят-то! Так, надо что-то с этим делать. Так, Роналдо. Что, япона, мать? Почему вы в атаку все? Эх ты, чуть дубль не сделал. Хороший дальний у него. Так, первый угловой. Касимиро. Ну что вы, ребята, ну как эти? Давай, беги, на тебя вся надежда. Макитария тут бегает. Итак, два... Кого уж, три мяча пропустили. Все, еще один Кучеряв, там наш конкурент выходит.
теперь их кудать будут. They've got a corner out of that. A bit lucky, it was deflected. Another win for Manchester United, soon to be sealed. And the fans are loving it. Не, пока ставим того парня, он хорошо бил. В смысле, я что, от меня что ли ушло? Ну ладно. Ну ладно. Тихо, держи. Эй. Эй, ну Макитарио держите. Да, Кучерява на месте, хоть один на месте игрок у меня. Давай, Роналдо. Столько бабок получаешь, беги. Да. Алан Смит alongside me, Мартин Тайлер. And a big welcome to you to this match. И сразу приступим, не будем все это смотреть. Пари Сен-Жермен today involved in our match against Vissel Kobe. Ну вот смотри, как побежал. This is their lineup. Ты Kevin Trapp. Посмотри. Да еще разок давай. Goalkeeper hangs on. Поймал, поймал. Предупреждаем в него пнул, потому что. Матвиди. Чего не поймать-то? Даже я поймал, наверное. Мяч. Мяч дай. Да не ему. Да хотя ладно. Вот это. Угол. Угол. Какие-то модельки-то. 91-й год. Вот. Так. Decided to take a short corner this time. Ну чё, что так сильно-то? Это ты чё такой кривой-то? Я мячик не могу это брать. Бери мячик. Так, так, так. Опасно. Opportunity. Опасно, опасно. On the move and able to cut out the pass. Ребята. Заколотили на 13-й минуте. Япона мать. Ну ты Ди Мария, ну. Посмотри, как они просто грызаются. Просто разрывают нам оборону. Вставай. Иди отсюда. Defender did well to get to it, but hasn't really finished the job. Ребята. Опять? Нет. Я же думал, опять залетело. Так, все, соберись. Опять тут. Наш уже ушел точно. Эй. И никто не страхует. Никто. Вот он сейчас не забил, потому что он идиот. Только поэтому. Пустые-то ворота в упор. А так бы мы сейчас второй бы гол запросто. Мама даже его коллега говорит, ты че типа такой? Матвиди. Тиаго Мота. Давай. Давай, ну ты видели что тут? Referee's awarded the free kick for Paris Saint-Germain. Что творят? Пёс, а? Here's Dani Alves. Почему-то эту карточку не дали, он мне прям... Matuidi. Давай, нигер. Давай. На, получи. Тварюга. Фига себе. Устрашающие танцы пошли.
Так, сравняли счет. Надо теперь отыграться. Мяч, дай мяч. Лукас Подольски, Верати. Ди Мария. Анхель. Давай. Давай. На, получи. Элементарно, вообще лизичи просто. Что это было? Так, если увидите курсор, то его здесь нету. Показалось. Так, ну 2-1, уже неплохо для второго матча. Ну, это, конечно, против нас не... Не Манчестер играет. Ну, собственно. Поймал. Говно. Блин, зря. Не глядя, пнул. Очень тупо. Не. От кого? От кого ушло? От него. Забегай. Отлично. Good position. They've worked this attack very well into a quite a dangerous position. Нормально. Мяч у нас по-прежнему. Нигер. Матуиди. Да фига он там. Нормально. Ну чё ты? Матч. Первый тайм кончился, ладно. Неплохо. Жизнь неплохо для второго раза. Так, второй тайм. Нам нужно выиграть. Только победа, любой ценой. Тихо. Подарил мяч. Сильно пнул. Сильный пас. Ух ты! На месте вратарь. Что-то они, походу, их там тренер это. Хотя не показалось. Убери. Отбери. Ты что-то стоишь, ты двое около него не можешь забрать. Лукас, оно тебе не надо тебе оно. Фу. Отбились и пошел. Матюди, давай, Матюди. 3-1, мать его. Господи, что с вами? Никогда, наверное, не сделают полноценный такой стадион, детализированный. Ну, в принципе-то, конечно, ни к чему. Лишнее это... Мощности компьютера жрать, но... Все равно. На геймплей, собственно, не влияет никак. Тихо. Тихо. Блин, ну что ты хочешь-то? Well, there's going to be an alteration now, and with the team trailing, you can understand why he's going to make it. Так. Ну и чё? И чё, ребята? Ребята?
Пошел. Матюди. Давай. Отлично. Отлично. Отлично, бей. 4-1. 4-1. Так, ну это вообще, знаешь, не атака у вас была. Так, Матюди. Отлично бежишь. Беги сам тогда. Ну что же, друзья, всем привет, с вами, как всегда, канал Игровая Каналия. И сегодня у нас в рубрике «Первый взгляд», которая у нас уже давненько не было, FIFA 18. Бесплатная демо-версия, которая сейчас доступна в Origin. Я уже делал когда-то первый взгляд по FIFA 17. Это было первое видео, одно из первых видео, записанное мной на нашем канале, и оно было отвратительное. Не факт, что сегодня будет лучше, но... тогда это было просто ужасно. Так, ладно, быстрый матч. Так, за кого? Ну, давайте за Реал, может быть. Что тут вообще есть? Торонто. Атлетика. Челси, возможно. Манчестер Сити, Юнайтед. Давайте за Реал. Против, ну, давайте против Манчестера. А вот так вот. У нас Роналдо является лицом этой серии. Ну, в смысле, 18-й части ее. Поэтому мы за Реалы поиграем. Так, что у нас по команде? Ага. Понял. Быстрые замены появились у нас. Так, Бензима, Модрич. Ладно, останемся как есть. Что там для первого взгляда-то? Параметры игры. Любитель. Кстати, профессионал, потому что с вами профессионалы, правильно. Стадион, да все равно. Погода все, по умолчанию все стоит. Да не важно на самом деле все это. Ну камеру повыставляем по мере матча. Ладно, не важно, давайте выходим на поле. Типа это обучение у нас перед каждым матчем. Можно это скипнуть? Я сейчас не хочу заниматься. Так, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, товарищеский матч на стадионе Сантьяго. Комментаторы у нас двое. Ну, скорее всего, будут и русские потом на старте игры. Полный стадион народу. Ну, естественно, Реал Манчестер Юнайтед.